В Сирии с помощью ракет атаковали склады оружия СМИ. В результате нападения на объекты сирийских правительственных сил в окрестностях Хамы возник сильный пожар. По сирийским складам оружия в окрестностях Хамы и Алеппо были нанесены удары, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Первоначально предполагалось, что это были авиаудары, но позже источник уточнил, что применялись вражеские ракеты. В частности, был атакован склад оружия 47-й краткой бригады армии в окрестностях Хамы, в результате чего произошли мощные взрывы и возник сильный пожар. По данным источника агентства, склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликей. Информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, неверна. Напомним, 9 апреля авиабаза ВВС Сирии в провинции Хомс подверглась ракетному удару. Позже стало известно, что базу разбомбили израильские ВВС с личного согласия президента США Дональда Трампа. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.